вот отсюда спускаешься. И вот сюда вот очень красивое место открывается, вид. Вообще райский уголок для фотографов и видеографов. Здесь скала такая большая. А там стоит Рамазанчик. Рома! Салам алейкум! Тут красивое место, но там еще есть, где он Рамазан стоит, еще красивее место. Надо вот отсюда проползти. Надо быть очень осторожно, потому что все очень-очень скользко. И поднимаемся вверх. Через скалы. Опа, нас. Вот сюда вот скала такая острая. Как лестница сделана. И вперед. Так. Так, теперь будем прыгать. С телефоном, так, с тендиком. Улыбчив надо. За тендиком переживаю, брат. Не за себя. Так, там уже мы зачем? С тендиком. Да, с тендиком уже. Так, сижу. Что-то мои кроссовки. Что-то опасно. Вот сюда вниз. И вот сюда вот. Выползаем. И вот здесь очень красиво вид открывается. Опа-на! Вообще шикарное место. Офигеть. Эй! Рамазан, это барашло! Так, с вот такого дерьма стоит. Четко, да. Короче говоря, райский уголочек. Вот там водопад такой красивый. Кто хочет скупаться, добро пожаловать. Снимаем рюкзак. Фу, блин. Телефон по букве. Мы чё хотим? Смотри, у меня вой мугает на бру. Вы смотрите, жаль, чем... Очень-очень красивое место для видеофото. Сейчас будем есть с Рамазанчиком. Вот сюда вот. Включенная камера, посмотрим, что получится из этого. Поехали. Кашу моим фотоаппарат. Вот такое вот ощущение. И вот сюда надо лезть. Получится, не получится. Я четко не прокладываю. Да, четко. У тебя в коме четко он как раз. Если бы. Если бы. Уже амбазгварово. Так, поехали, короче, друзья. Вот так вот. Посмотрим, что получится. Раз.
Так, смотри, осторожно, вот. Вот здесь очень нужен пас. Вот. Так, я все сюда вот. Ты не попал, ты не посадил, он сказал, что я хочу, чтобы он здесь я рахал. Стэнди камера уж хасынал. Камера я гусы. А что? Так. Ох, блин. Кашты, кашты. Кашты, кашты. Да, пойди до хазгу. Видео вот этих. Все мы записали, за хами дом был. За те стрисы хуже, мы вам воду скажешь. Короче говоря, пару кадров отсняли. Вот так вот и падают люди со скал. Ромба, вы за это хуже с гора вообще. Заодно у вас бога пса что-нибудь. Еще смотри на эту хуя. Ёбана жёт. Короче, спускаемся вниз. Не спеша. Обратно. Вот там еще один фотограф стоит какой-то. Мы его не знаем. Короче говоря, мы едем домой. Так. Короче, выходим из этого. Короче, будем лезть вон туда. Так что приезжайте, фотографируйтесь. Все четко, все красиво. Да, все четко, все красиво. Как раз координаты внизу я оставлю под видео. Так что заходите. Будем рады. Вот там фотограф остался. Селфи делает. Честно сказать, мы его не знаем. Походу турист какой-то. Красота. Неописуемая красота. Фу, офигеть. Да, кстати, с детьми лучше сюда не лезть. Такая вот красота у нас. Если хочешь, пойдем, пойдем. Вот это вот ущелье там, только мусор бросает. Судьба! Сюда спуска нет. Пойдем. Красивый, красивый. Есть люди, которые вот сюда вот встают и фотографируются. Мы такими делами не будем заниматься, рисковать не будем своими жизнями. Вот на это дело встают и фотографируются.
Идем, брат. Братишка, идем. Рамазанчик, как всегда, вообще не спешит. Видео, а? А на Инстаграм. Ромич. Вот здесь тоже. Вон сюда можно спуститься к речке, если я не ошибаюсь. И вот сюда вот. Такие вот капки воды капают свет. Там если камень упадет на голову, то хана. Короче, поднимаемся. Так, тут надо тоже опять поосторожнее. Очень скользко. Кости еще воде. Да, тут очень скользко, братан. Так что поосторожнее очень. Ты прям как бульдозер. Ох, йоу, эй, товарищ. Короче, тут можно свадьбу сыграть. Зарядка. Тут можно свадьбу сыграть, говорю. Тут всякие надписи. Судьба. Ну да, камера вообще не передает эту красоту. Горы, горы. Красивее гор, только горы. Короче, мы уже нормально отошли туда. Вот там дорога, трасса, короче, на Гузелипеде. На Гузелипеде, Лаганаки. А мы напротив стоим. Этой дороги. Напротив. Вот красоты у нас в Адыгее. Так что приезжайте, будем рады всех видеть. И вот здесь вот походу водичка висит, стоп, опасно. Походу реально опасно. Тут реально опасно. Лучше не переходить. Вот знак. Вы ему хватит обдей по-братски сходят? Загабка. Вы ему хватит обдей? Помогафанне. Салам горагадз. Все, раз зажимей. Обратно пойдем. Ну да, там уже все, короче. Да. Не, там в лес, короче, заходит уже. Тропинка в лес заходит. Ну да, он до конца идет, вот эта вот тропинка. Все, мы обратно.
Возвращаемся, да. Рабыч, я бы реально его куда не возьму. Джаус мне... Пять ходим лайдауны. Все, мы обратно идем. Домой. Будем рады всех видеть. Короче говоря, всем салам алейкум. Все, на этом конец.